районе долины Пхубай войска США собирают для предстоящего штурма крупные силы. Их задачей является уничтожить канал поставки риса для тысяч солдат северо-вьетнамской армии, чувствующих себя здесь как дома. Под нажимом прессы ОЦК заявила, что эта операция не представляет никакой угрозы для гражданских запасов продовольствия в этом районе. И если уж на то пошло, то там...